Копилка Симпсона. €2. Ой, ну это из Голландии однозначно. Шмачок €50. Сегодня нахожусь опять, сегодня 28-й, после Рождества открылся секонд-хенд от Красного Креста. 2018 год. Сердечко нету даже. Ценника. Бесценный. Бесценное сердце. Сердце не может быть цены. Вот здесь распродажа идет. Для свечек. Набор 1 евро. Видите, 50% еще. То есть это 1 евро. Вот. Тоже 2 евро. Цены здесь очень приятные, конечно. €50 набор. То ли стаканы, то ли подсвечники с ангелочками. Тоже евро. Посуды полно хорошей, красивой. €50. Хо-хо-хо, Санта, евро, если 50% скидка, 50 центов. 50 центов это вообще 25, по 25 выходит. Эти стопочки, наверное, набор даже, я бы сказала, скорее всего. Евро, подсвечник рождественский. €50. И все это вот со скидкой 50%. Домик глиняный. Симпатичный подсвечник. Со свечкой даже с целой. Что-то цены. А, €50. Уже свечку скли. Какая разница. Много интересных безделушек и вещей. Ой, звезда, я же обожаю евро. Ёкала мана. €2. Кампаджо тоже, значит, скидка. На все. Рождественское, где написано вот это слово. Кампаджо, там было указано, что скидка. Какая куколка. €50. Это сколько стоит? €50. И плюс скидка. Считай. Вот эти ангелки нравятся. €2. Значит, 1 евро будут стоить. Купить, что ли? Наверное, куплю вот этих ангелков. В наборе идут. На арфах играет. €1. Здесь еще полно рождественского. Игрушки всякие, подсвечников море. Вот этот за 2 евро. 5 штук за 2 евро. То, что в этих коробках. Молодцы. €1 плюс скидка, того 50. 50 центов, того 35 рублей. Вот возьму ангелков за 1 евро. 3 штуки упаковка золотых. Красиво, да?
Пойдемте покажу шубу. Из енота, вроде как, мне кажется. По 10 евро. Горнолыжные маски. Все зимнее. Зимние виды спорта. Тренажер. Тренажер 15 евро. 15 евро, представляешь? Степпер. Евро всего-навсего. Работает он как? Работает как, ну, или от сети, скорее всего. Ну, вот здесь, кстати, есть и эта штука. Что-то здесь вот подключается. А, нет, наверное, ну, вообще-то должен он, потому что электронная штука и переключение скоростей. Видите вообще, да? Степпер за 15. И вида-то прилично. Санки детские. А санки 55. Тренажер 15, а санки 55. Может, они какие-то эксклюзивные, фирменные. Колумбия 40 евро. Они вообще нулевые. Почти, практически. 40 евро. Кайбут 8 евро. Такие. Ну тогда где встретимся? Ну сюда. Ну давай здесь встретимся. Что ты делаешь? Просто я еще там пойду посмотрю. Ну там что еще по мелочевке продает. Внимательнее. Тогда приходи сюда. 14 евро какой-то. Это что за жилет, как ты думаешь? Рыбацкий, что ли, как пенопласт, но очень жесткий. В нем. А? Не рыбацкий, а, это, наверное, это все-таки борьба здесь, наверное. В общем, кто знает, напишите в комментариях, что это. Для чего может быть жилет такой бур. В общем, продают все, что хочешь. Все, что хочешь, все, что придумаешь. Сапоги. 5 евро. На границе или в этой будке. Замшевые 4,50. Тридцать шестой размер 4,50 евро. Настоящие замшевые. Вот еще тоже замши, кстати говоря. 36. Тоже 4,50. И не заношенные, главное. Нормально. А, вот это Помор. Финская очень известная фирма, но она дорогая. Помар. Они новые, 38. Стоят 30 евро. Стоят 30 евро. Другие по 4,50. Хотела показать вам шубу. Обнаружила. Сейчас с вами к ней подойдем. Длинная, в пол практически. И всего 100 евро. Всего-навсего. Видите, какая? По-моему, из енота. Не порвано ничего. Здесь не затерты.
куртка. Из овчины, что ли, стрижены, 65. О, боже. Вот кто такой? 30. Нехто натуральный, настоящий. Лиса, что ли, какая, или писец, не знаю, кто такой длинный может быть. Сейчас. Кто такой длинный? Может быть. Шапка тоже с натурального меха, 3 евро. Клиф, у меня есть куртка такая. Это фирма. 24 пальтишка. 24 евро. Детский отдел. Курточка 4 евро. Тикет. Санки. Санки. Переноска 50%. От 4 евро 50% скидка. 2 евро. Ничего себе. 140 рублей. Разве у нас такие цены найдешь? Что-нибудь подобное, даже секонд-хенд. Вон сколько переносок детских. €15 деревянная коляска. Что это, игрушка такая или это правда такая коляска? Какие очереди стоят? Ну ладно, что-то мне здесь в этом отделе не особо интересно. Футляры для очков. Полис. €50. €2. 1,5 евро. €1,50. 100 рублей. Украшение. Вот это африканское за евро. У меня есть подобное из Африки. Одна из Кабо-Верде, одна из Ганы. Это 2,50. Часы за 2 евро. Представляете? Так, ну ладно, мы с вами отправляемся опять в мелочевку, наверное. И вот здесь около шуб рассосались. Хочу показать еще. 45 евро, представляете? Длинный, из натурального меха. Вот, вот это. Сколько она стоит? Что-то ценника уже нет. Сумма финская. Причем ценника нет.
Вот это мне понравилось за 100 евро. Конечно. Качество, смотрю, не драное, ничего. Такие тоже натуральные замши. 6,50. Итальянские. Килтон. Замки со стразами. 6,50. Где-то 500 рублей на наш. Наверное. Вот тоже натурально. 7 евро. Набойка ничего. То есть здесь хорошего качества. Вот про что я хочу сказать. Никакие там... А, валенки. Во. Еще что я здесь обнаружила. Валенки. На резиновой подошве. 15 евро. Красные. Валенки, не подшиты, старенькие. Прямо в тему моим штанам, брюкам. Валенки, не подшиты, старенькие. Ладно, пойдемте еще посмотрим, что там рождественского есть. Варежки или что это? Да, варежки, но большие, больно. Мужские. 5 евро. 2,5 евро шапка вот такая. Для спорта. Потовыводящие. С натуральным мехом 39, мужская. Кстати, подклад мех натуральный. Видите, какие цены потрясные. Евро. Такой старинный. Пианино это или что? Или как это назвать можно? Или синтезатор? 4 евро. Вентилятор под ноутбук, что ли? 4 евро. Силиконовый чехол. Детские светильники, наверное. Часы за 4. Огромные. Кофеварки старинные. 4,50. Электролюкс, а это 3 аква. Только не знаю, что это за аква. Не знаю. Тоже вот по 1 евро. Вот это маленькая, а та 2. Так вот это еще 50% скидка. Тоже вот 50 евро скидка. 50%. Вот это вот симпатичная штука. Подсвечник, что ли. Это мне нравится. А, да, вот подобный набор. У меня свечей 2 евро. Такое же стекло, видим.
сделан в Финляндии. Made in Finland. И это финское, значит. Ну да. Handmade, я вижу, что это хорошее. Купить, что ли? Наверное, куплю. Handmade, точно куплю. Или большой мне посмотреть за два. А, ну вот они. Вот они. Не, большая мне не нравится. Или не покупать, зачем мне в принципе это надо? Что я туда буду складывать? Свечи мы не жжем особо. Свечи не жжем. Одна штучка 1 евро, а 5 штучек за 2 евро, вот. Ну зачем это нужно? Тарелки на стол. Ну ладно, обойдемся без этого. €15. Не заношены, главное. Два с половиной. Может, конечно, насыпать туда ортус и будет очень красиво в эту колбу. Шарики Орбис. Вообще не пойму, для чего это, для цветка или для чего. Вообще штука интересная. Два с половиной еще скидка будет евро, 25 евро 50 подсвечник. Вот под еду. €50 глиняная елка. €2.